Одновременно проходили эти трогательные вечера. Но главный бал традиционно состоялся на Советской площади, где и побывала наша съемочная группа, рассказывает Людмила Медведева. Выпускной бал – один из самых трогательных праздников, когда дети, правда, этих уже почти взрослых юношей и девушек, детьми трудно назвать, вместе с родителями радуются, что пройден один из важных этапов жизни человека, и грустят о том, что детство закончилось. Школа уже позади, очень хороший праздник не только для нас, но и для всех наших родителей. Аттестаты о среднем образовании в этот день получили более 400 учащихся образовательных учреждений. Система образования Ленинского района в этом году показала хороший результат. 21 золотой медалист, 33 серебряных медалиста. И мы рады тому, что результаты единого государственного экзамена очень достойные. И в этом, безусловно, дорогие наши выпускники, уже ваша первая победа. Выпускники 2013. Победители и призеры конкурсов различных уровней, олимпиад, участники конференции, активисты школьных организаций, успешно сдавшие государственные экзамены. Первую ступень в получении достойного образования они прошли. Я благодарю всех своих учителей, а в особенности директора Лина Васильевна, своих родителей, которые мне очень помогали в учебе. Я очень им благодарна. Дальше путь в институт, к победам, продолжать путь золотой медалистки и получать золотые медали. Также по жизни в других направлениях и в других местах. Для выпускников начинается новая жизнь, которая потребует от них еще больших усилий для достижения поставленных целей. Программист или в пилот пойду? Ну, просто понравилось. Я хочу туда пойти. Мы снимаем на Видном ТВ передачу «Наше время». И благодаря, наверное, этой программе, этому телеканалу, я определился с выбором моей дальнейшей профессии и моего дальнейшего пути. Я буду поступать на факультет журналистики. Надеюсь, у меня получится. Со словами напутствия к ребятам в этот день обратился глава городского поселения Видное Сергей Троицкий. Найти достойное место в жизни пожелал выпускникам Валерий Венцель, председатель Совета депутатов Ленинского района. А главная учительница Ольга Титова в своем выступлении поблагодарила своих коллег за самоотверженный труд, родителей за воспитание таких чудесных детей, а ребят за хорошую учебу. Выпускники, вы счастливого года! 13-го мы программируем вас на успех, на счастье, на созидание. В ваших руках наше будущее. В этот неповторимый день для выпускников звучало много песен. В нашем классе, в старом классе, снял фотограф нас на фото. И должны мы улыбаться, только грустно от чего-то. Людмила Медведева, Алексей Ильин, Елена Кошлева, Видное ТВ.